в городе Резекне состоится богословский турнир для команд воскресных школ Даугавпилсской епархии Латвийской Православной Церкви. Вопросы будут составлены по первым 11 главам книги Бытия. Каждая воскресная школа присылает по одной команде. В команду должно входить 3-4 человека в возрасте от 12 до 18 лет. В ходе турнира пройдет несколько конкурсов, в которых команды покажут свои знания и навыки, сообщает епархиальный сайт. Для успешного участия в интеллектуальной игре нужно ориентироваться в библейском учении о сотворении мира и человека, грехопадении, повествовании о Каине и Авеле, Ное и его сыновьях, всемирном потопе и Вавилонской башне. Кроме того, от участников потребуется прочесть ветхозаветный отрывок по одной из этих тем на церковнославянском языке.